смотрите сегодня в будильнике. В рубрике «Будь в курсе» узнаете, какая школьная форма сейчас в моде. В школе нужно носить это белый верх и темный низ. А юбка обязательно или можно что-то другое? Нет, можно другие варианты. Денис Фурсов узнал у липчан, что нужно взять первокласснику в школу. Рюкзак. В рюкзаке что? Книжки. Тетрадка. А в «Зверином батле» сразятся совы и лягушки. Рефери будет Антон Пальчиков. Это и многое другое смотрите в утреннем шоу «Будильник».